Доброго всем времени суток! Добро пожаловать на канал Оникс, с вами Алла. И сегодня мы прикоснемся к такой интересной области палеонтологии, как микропалеонтология. Кто помнит предыдущее мое видео, мы ездили в село Марково и оттуда привезли образцы юрских глин, именно для того, чтобы из этого грунта выделить фораминиферы и посмотреть их под микроскопом. Сегодня я попытаюсь показать вам, что же из этого у меня получилось. У нас будет такой небольшой практикум по микропалеонтологии. Микроскоп у нас не очень крутой, самый обыкновенный, но даже под ним можно легко увидеть фораминиферы. Насколько сама увижу, настолько попытаюсь вам показать. Конечно, это не будет не так круто, как на каком-нибудь цифровом микроскопе или там сканирующем микроскопе, но какие-то красивые фотографии фораминифер все равно войдут в мое видео, потому что я вам немножко о них расскажу. Тема очень интересная. Так что сегодня мы занимаемся микромиром и маленькими существами под названием фораминиферы, о которых вы наверняка что-то слышали, а может быть и хорошо знаете. Тем не менее, сегодня посмотрите, как получилось у меня разглядеть их в микроскоп, выделить из грунта и, собственно, решите, насколько вам было бы интересно сделать то же самое. Собственно, давайте начнем. Но прежде чем мы начнем, подписывайтесь на канал Оникс в Телеграме, ВКонтакте, чтобы мы с вами всегда находились на связи, не теряли друг друга при непредвиденных обстоятельствах. Вот глина, которую мы привезли из Маркова. Мы ее открываем. Нам нужно, чтобы она подсохла и из нее ушла лишняя жидкость, которая в порах сейчас сохранилась. Я думаю, что ее порезать или поломать будет легче не тогда, когда она будет уже сухой, потому что глина очень плотная, а именно сейчас, пока она еще во влажном состоянии. Потому что потом, я боюсь, она возьмется уже как камень станет, и мы ничего с ней сделать не сможем. Поэтому сейчас я возьму и поломаю ее вот на такие вот кусочки мелкие, чтобы потом мне легче было с ней работать и извлекать из нее уже необходимые нам фораминиферы. Вернее, то, что останется от глины после промывки, после всей обработки, где мы попытаемся найти фораминиферы. Вот такая глина у нас получилась. Вот на такие вот мелкие кусочки мы ее поломали. Где-то с помощью рук, где-то с помощью ножа немножко. И в таком виде мы ее высушим. И потом уже с этими высушенными фрагментами будем работать и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Фораминиферы – одноклеточные животные, имеющие ракушку, минеральный скелет. Однако часть периферической цитоплазмы находится вне раковины и покрывает ее снаружи в виде тонкого слоя. Таким образом, скелет фораминифер не наружный, а внутренний. Если погулять по городу летом, то можно увидеть работу крошечных строителей из Древнего моря. Фораминиферы сотни миллионов лет создавали многометровые пласты известняка и продолжают, кстати, свою работу сегодня. Как это ни удивительно, но одноклеточные организмы все-таки имеют свою собственную раковину. Раковина – это не просто чехол, закрывающий фораминиферу, это многокомнатный дом. Раковина может состоять как из одной камеры, так и из многочисленных камер, соединенных отверстиями. С помощью многочисленных выростов фораминиферы способны передвигаться по дну и собирать пищу, если они бентосные. А если они планктонные, плавают в толще воды, то с помощью этих выростов они словно парят в воде. То есть эти выросты могут служить им как в качестве своеобразного паруса. Они помогают плыть с потоком воды, ну и также собирать пищу. Выросты эти называются псевдоподии. Они окружают фораминиферу как будто ореолом.
Около 45 миллионов лет назад в морях жили нумулиты – это гигантские одноклеточные раковинные организмы. Еще в V веке до нашей эры древнегреческий историк Геродот обратил внимание на странные дисковидные образования, в большом количестве встречающиеся в известняковых блоках, из которых были построены египетские пирамиды. Он считал их курьезами природы не биологического происхождения. И только спустя сотни лет в XVI веке ученые предположили, что на самом деле это бывшие живые организмы. Известный естествоиспытатель Жан-Батист Ламарк относил их к кораллам и выделял в отдельный род нумулитес. Нумулус обозначает монетка. Из-за того, что раковины круглые, их приняли по ошибке римские легионеры императора Юлия Цезаря, когда находились в Египте, за монеты, которыми расплачивались фараоны со строителями при строительстве пирамид. Вот отсюда и произошло такое название – нумулиты. Когда ученые обнаружили современные аналоги нумулитов, то, конечно, стало понятно, что это вовсе не многоклеточные организмы, а простейшие. И это всего лишь один из видов форминифер, мягкое тело которых представляет собой, конечно же, одну единственную клетку, заключенную в известковую раковину. В данном случае именно в такую огромную известковую раковину, и все это было такой огромной одной клеткой. Ну вот, мы, собственно, высушили нашу глину. Естественно, в сухом виде она уже так вообще не разламывается, как в мокром, поэтому мы правильно сделали, что уже заранее ее на кусочки поломали. И теперь нужно будет эту глину промыть. И сначала будем ее вымачивать в растворе соды, пищевой обыкновенной, чтобы выделить частицы из, так скажем, вот этой породы глиняной. Многие используют перекись водорода для этих целей, но не знаю, какое количество надо и какую концентрацию. Мне кажется, что для большого количества адекватнее, наверное, взять пачку соды. Будем ее заливать кипятком и в содовом растворе будем вымачивать нашу глину. Ну, где-то, наверное, на ночь мы оставим. Причем многие вываривают. Мы не будем вываривать, мы зальем кипятком и поставим на ночь на батарею, пока еще зима, и батареи очень хорошо топят. Я думаю, что этого должно быть достаточно, чтобы это все размокло, и чтобы вот эти вот частички, которые нам нужны, песчинки, форминиферки, да, все это отделилось от непосредственно вот этой вот юрской глины. Ну что ж, приступим. Так, пока у нас греется чайник, значит, мы взяли банку. Банку сейчас немножечко мы кипяточком ошпарим, чтобы она у нас не треснула, когда мы ее будем заливать. Сейчас еще немножко, наверное, кипяточком. И будем использовать такую 5-литровую банку. Можно кастрюлю, наверное, какую-нибудь, которую не жалко. Как сосуд. И, собственно, в эту вот банку мы насыпем глину. Пока глина у нас засыпается, возьмем корыто, которое не жалко. И, собственно, здесь можно приготовить раствор соды. Залить ее кипятком, размешать, и потом из этого корыта, соответственно, глину мы зальем, собственно, вот этим вот кипяточком, и все это укутаем, поставим на батарею, и на батарее это будет где-то стоять ночь, может быть, сутки, посмотрим на эффект, как это все будет размачивать, размокать, что будет с этим происходить, и, соответственно, уже потом будем промывать.
чувствую себя юным химиком, потому что все это бурлит, пузырится. Прям здорово. Что я химик. Реакция пошла. Замечательно. Все это перемешиваем. Я думаю, что реакция будет идти долго-долго, это все будет пузыриться. Поэтому сейчас мы это все накроем. Слава богу, банка не треснула, все нормально. Не зря мы кипятком отдавали. Так, ну вот, уже меньше шипит. Все это накроем, кутаем и поставим на батарею. А завтра посмотрим, что с этим будет. Ну вот, пока это все булькает, я думаю, что пока это не перестанет бурлить, то это, собственно, должно так в тепле и находиться в горячем растворе. Так что до завтра. Посмотрим, что завтра с этим будет, и будем промывать уже непосредственно нашу глину. Ну вот, мы сняли нашу глину с батареи. Она еще теплая. Размешиваем. Получился такой вот глиняный раствор. Какая жижа. Теперь это все надо промыть, чтобы лишняя грязь отсюда ушла и осталось именно то, что нам нужно. Чтобы фораминиферы не ушли наши в канализацию, нужно их чем-то будет задержать. Мы будем для этого использовать обыкновенные капроновые колготки или чулки женские, потому что покупать специальное оборудование для того, чтобы сделать это один или два раза, или там даже 3 раза, это как бы очень дорого, я думаю. Но будем надеяться, что 20 ден будет достаточно, чтобы эффективно промыть и чтобы фораминиферы никуда не убежали. Чтобы нам было удобно переливать вот эту вот жижу, так называемую нашу, можно колготку натянуть на что-нибудь, на какое-нибудь сито или, не знаю, на что-нибудь похожее, подобное, чтобы вот такой эффект воронки получился. Сюда, соответственно, мы это выльем, все это попадет в одну колготину, и потом уже мы будем это промывать. Посмотрим, что из этого выйдет. Такой маленький лайфхак. Фораминиферы очень важны и используются в качестве биоиндикаторов температуры, солености, кислорода, мутности воды. Это очень важно при определении изменения климата на планете, потому что эти организмы очень тонко реагировали на смену условий окружающей среды. Вот такой вот мусор получился у нас после промывки. И вот теперь мы будем разбираться, есть ли в этом мусоре фораминиферы или их там нет. И для этого нам нужен микроскоп. Фораминиферы имеют раковины разнообразных форм. Это и формы, похожие на аммонита, и формы колбочек и колосков, и дисков, и сросшихся шаров. Живые фораминиферы строили свои раковины из всего, что попадалось под руку, но в данном случае под псевдоподии. На снимке, сделанном под сканирующим микроскопом, видны поры, из которых эти псевдоподии выходили. До этого мы с вами говорили о фораминиферах огромного размера, таких как нумулиты. В Крыму можно эти фораминиферы посмотреть, найти в так называемой крымской банке, куда их намывало. И там они сейчас находятся в большом количестве. По-моему, самый максимальный размер нумулитам это где-то 3 сантиметра в диаметре. Также невооруженным глазом видно фораминиферы фузулина, о которых я немножечко рассказывала, когда говорила про акжельский стратотип. Собственно, у меня вот кусок остался так с этого стратотипа. Это те фораминиферы, которые похожи на мелкие рисники. Собственно, их можно в огромном количестве встретить в подмосковных карьерах. Из этих фораминифер, собственно, строились из известняков, сложенных из этих фораминифер, строились храмы белокаменные Москвы и вообще сама белокаменная Москва. Это именно вот характерно для нашей области. Вообще, фораминиферы имеют колоссальное стратиграфическое значение, потому что определенные виды фораминифер существовали в определенные периоды, в определенных условиях, в определенных местах.
Поэтому для стратиграфии это очень важно. Для нас, чем сейчас будет это интересно? Для нас будет это интересно тем, что мы посмотрим, какие именно фероманиферы можно найти в юрских глинах Оксфордского яруса. То есть это, конечно же, будут не фузулины и не намулиты, да? То есть это будут свои юрские фероманиферы. И вот этим, собственно, мы сейчас и займемся. И эти фероманиферы, к сожалению, их не видно невооруженным глазом, как вот в этих известняках мы можем наблюдать, потому что они меньше полумиллиметра, а может быть и меньше четверти миллиметра. Поэтому нам понадобится, конечно, микроскоп. И сейчас мы приоткроем окошко в микромир. В сети мало снимков юрских фероманифер. Это то, что мне более-менее сносного качества удалось найти. И мы попробуем найти похожий вариант сейчас здесь, вот в этих юрских глинах из Маркова. А вот наша 100% фероманиферочка, похожая на маленького аммонитика или на такой маленький пельмешек, лежит себе. Мы ее наконец-то обнаружили. А вот и маленькая раковинка, похожа на фероманиферу. Они бывают очень разные. Но все-таки, похоже, это она. Фероманифер здесь мало. Это простенькая, но это точно раковина. Ну вот, что-то нашли. Так, а вот посерединочке, похоже, еще одна раковинка фероманиферы. Микроскоп, конечно, у меня не самый лучший на свете, но все-таки что-то разглядеть в него можно. Фероманифер лучше смотреть все-таки под увеличением немножечко побольше, где-то 500, 100 все-таки это маленькое увеличение в 100 раз, и очень трудно будет их разглядеть, а вот 500 в самый раз. Вот существо в правом верхнем углу. В правом верхнем углу тоже может вполне себе являться раковиной фероманифера. Если учесть, насколько они разнообразные. Ну, здесь, как я поняла, они не будут настолько разнообразны, там с шипами, длинненькие, как колбочки, как колоски. Наверное, судя по тому, что я видела в сети и что находят люди, все-таки они больше похожи на либо маленьких таких размытых аммонитиков, либо на какие-то дисковидные формы, если брать именно эти юрские глины. Вот еще одна чудесная раковина фероманифера. Похоже, как будто она фарфоровая. Даже немножечко отблескивает. Наверху обломок раковинки фероманиферы. И в левом верхнем углу еще одна небольшая раковина. Вот еще одна раковинка этих прекрасных созданий. Очень живописная, прямо по центру. Описано около 10 тысяч видов современных фероманифер и 40 тысяч видов вымерших, известных по остаткам раковин. Мы смотрели на бентосных донных фероманифер, но существуют и планктонные, парящие в толще воды, а также глубоководные фероманиферы, достигающие 10 сантиметров в диаметре, обнаруженные на дне Марианской впадины. Существуют фероманиферы, которые прикрепляются к растениям или камням. Всем известны фантастические розовые пляжи Греции, такой, например, как Элафонисе, пляжи на Багамах, в Индонезии, в Италии, пляжи Карибского моря. Розовый песок этих пляжей сформирован двумя видами розово-красных фероманифер – Хомотрема рубра и Миниацина миниацея. Последняя встречается на глубине даже до 1000 метров на омертвевших прикорневых частях водоросли Поседония.
Ее красно-розовая раковинка имеет форму древовидную с острыми неравномерными веточками, похожую на коралл. Может быть, поэтому туроператоры обманывают туристов, говоря, что в песке присутствуют обломки кораллов, поэтому он такого розоватого цвета. Форамониферы полюбились людям настолько, что в Китае создали известный парк Форамонифер, где находятся скульптуры и копии из гранита, мрамора, песчаника, разнообразных форамонифер из прибрежных вод Китая. Всего насчитывается там около 114 скульптур, а основатель этого парка – женщина, специалист по форамониферам. И вот такая вот своеобразная симпатичная демонстрация красоты микромира сейчас доступна для туристов, путешествующих в Китай. Спасибо за просмотр. С вами была Алла, канал Оникс. И помните, интересное всегда рядом и даже там, где вы не ожидаете его увидеть. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на канал Оникс в Телеграме и ВКонтакте. До скорых встреч!